Всем привет! Томат под названием «Дерзкая Мария». Это томат из серии гномов. Это известная такая серия, которая набрала популярности во всем мире. Все гонялись раньше за гномами. Ну, я, скажем так, не сильно мне все сорта нравятся гномы. Ну, некоторые есть неплохие. Большинство из-за урожайности мне не подошли, и я их не полюбил. Ну, а томат «Дерзкая Мария» очень урожайный и очень мне понравился. Кусты у «Дерзкой Марии» высотой всего лишь 40-50 сантиметров, штамбовые, такой темно-зеленый картофельный лист. Урожай с куста, такого маленького штамбового кустика, до 6 килограмм за сезон. Ну, а плоды, вот такие вот сливочки. Зеленого цвета, полосатые. Очень классный сорт. Ну вот еще такая вот сливочка. Длинненький, как видите. Мякоть тоже зеленая, с розоватым оттенком. Такие розовые пятнышки наблюдаются. Очень сладкий вкус с нотками киви. Это не только я подметил, а многие мои коллеги, которые выращивали этот сорт, говорят, что в плодах присутствует вкус киви. Очень интересный и необычный такой вкус. Давайте посмотрим, сколько же по весу затянут плоды. 120 грамм. 90 грамм. Ну вот такой вес у плодов. Если вас заинтересовал данный сорт, вы можете его у меня приобрести. В описании под это видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, покупайте себе семена. А если вы уже выращивали этот сорт, напишите в комментарии, как он вам понравился или нет. А также подписывайтесь на канал, поставьте лайк. И до новых обзоров. Всем пока!